За этим столом собрались самые азартные игроки. Они ставят на кон все свои джуниоры. Это местная валюта. Через несколько секунд один из них сорвет банк. Это игра на везучесть человека. Я тут выиграл 300, стмеги джуниор денег. Удача – главное условие победы и в игре «Фанта». Каждый сдает свой телефон ведущий, и чей она вытянет первым, у того ставка увеличится в 5 раз, у следующего – в 2. Ну а третий номер получит прибавку в 50 джуниоров. Везет единицам. Честно говоря, я был очень рад. И это я не считаю, что это удача или что-то. Я считаю, что это помощь от Бога. Если заслужил, он дает. Если нет, он отнимает. Но потом, если видит, что ты восстанавливаешься, он дает вдвойне. Играть разрешается. Здесь собрались короли блэкджека. Крупье был Максим, а у него хорошая рука для меня. Мои джуниоры я раздал на благотворительность. Пурим в первую очередь у меня ассоциируется это с воспоминаниями, воспоминания детства. Почему? Потому что я помню, как мы вместе с семьей, с братьями, с сестрами собирались, веселились. Может быть, мы не совсем понимали смысл данного праздника, но нам было весело, и мы понимали, что это один из еврейских главных праздников. Мы бы хотели, чтобы наша еврейская молодежь понимала, что Пурим — это неотъемлемая часть еврейских традиций, да, и его надо отмечать. В кулинарном батле сошлись команда девушек и юношей, третейский судья, он же и помощник. К его ценным советам прислушиваются все. Тот, кто приготовит самые лучшие кошерные суши, получает приглашение в ресторан. Главный приз – это ужин в хорошем ресторане. Название мы скажем только после окончания игры. Если честно, я первый раз это делаю, и как-то удалось, не знаю. Может, я привыкла готовить, всегда готовила, и, может, получилось просто, я не знаю, как. Чудо просто случилось. Очень сильно люблю суши. Я скажу, что я их очень много где ела, и это очень вкусно. Для любителей эстрады батл музыкальный, который плавно перетек в батл танцевальный. За звание лучшего горско-еврейского танцора боролись изо всех сил. Победителя выбрать так и не смогли. Из гинку танцуют все на высший балл. Мы начнем от тысячи. 2000 раз. 3000 раз. А это самый долгожданный и волнительный момент вечера – аукцион. Одним важно не продешевить, другим получить желаемое. Последняя схватка с конкурентами. Джуниор и смекалка решают все. 14502! 14503! Ура! Как я держу PlayStation 4, я его выиграл для моего братишки. Не сам, не один, а вместе с коллективом. Мы сделали это вместе. А когда еврейский народ собирается воедино, у них все получается. Особая благодарность я хочу высказать Герману Рашбиловичу, который помогает и поддерживает, организовывает такие мероприятия, которые способствуют объединению молодежи, которые способствуют познаванию наших традиций, вспоминать нашу историю. И напоследок лотерея. Без подарков не остался никто. Одни получили чеки в ресторан на 10 тысяч рублей, в магазин электроники. Другие – отличное настроение, незабываемые впечатления и огромное желание взять реванш на следующем празднике.